вам радость. Спасибо. Дело в том, что мы не случайно сегодня проводим второй раз наше мероприятие в музее-заповеднике Тарханы. Да, действительно, в прошлом году было 30 градусов тепла. И на всей территории музея-заповедника Тарханы проходили народные гуляния, мастер-классы по народному танцу, по народному пению. Мастера давали прикладного творчества о том, как нужно плести из лозы или делать глиняные игрушки. Сегодня вот так получилось, что у нас все проходит здесь, на территории музейно-просветительского центра, и в административном здании уже идут спектакли. И тем не менее, даже в эту погоду и вижу я себя ребенком, и кругом родные все места. Высокий барский дом и сад с разрушенной теплицей. Спасибо, Павел. И мы с большим удовольствием хотим предоставить слово заместителю директора Государственного республиканского центра музея-заповедника Тарханы Надежде Константиновне Потаповой. Спасибо. На Тарханскую землю прилетела жар-птица. И не страшно ей ни дождь, ни холод. И вот опять мы все вместе делаем этот праздник. Только все вместе мы сила. Мы все вместе только можем дать отпор тем и достойный ответ тем, кто выступает против России. Кто выступает против всего русского, национального. И мы дадим такой ответ, такой, какой когда-то дал Лермонтов таким же недоброжелателем. Да, хитрость зависти ехидно вас пожирает. Вам обидно величие нашего заря. Вам солнце Божьего не видно за солнцем русского царя. Вам непонятно, вам не сродно все, что высоко благородно. Не знали вы, что гордый щит любви и гордости народной от вас венец тот защитит. Но честь России непоколебима. Это Лермонтов. С праздником вас!